ткацкий станок, а около там вот стоите вот эти вот шерсть чесали. Вот, с этими иголками, вот. Это вообще было здорово. Нас мама вот так вот, знаете, учила шить. И потом веретеном вот так вот ниточку делали. Это что-то из моего детства есть, это я помню. Как же мало нужно, чтобы разбудить воспоминания детства и счастливого материнства. Они у Аси Абдурзаковой просыпаются при виде ингушской люльки. Подобную, чуть больших размеров, подарила ей когда-то свекровь. В этой люльке лежали мои две дочери. Что самое интересное, они уже когда старше становились, они не хотели выходить из этой люльки. Вот им надо было сначала, я должна была их уложить в эту люльку. Она уснет, я ее оттуда вытаскивала и прикладывала в кроватку. Благодаря этим предметам быта в небольшом зале слилось несколько эпох, от средневековья до наших дней. Заглянуть в каждую из них помог журналист, заведующий музеем этнографии Республиканского дома народного творчества Султан Мережков. Не только коллекционер, но еще и мастер резьбы по дереву. На выставке представлены сделанные его руками миниатюры копия старинной мельницы, орудия земледелия. Большое внимание представитель женского пола привлекает и ткацкий станок – толх. Кто-то, решив вспомнить мамины уроки, тут же садится прясть, а взгляд других цепляет предметы для вышивания. Вот по деталям представлены все необходимые предметы, которые использовались во время щитя. Вот шант называется данная сумочка, туда клали разные инструменты. Я уверен, что многие наши юные участники этой выставки, да, не смогут назвать на ингушском языке, как называется та или иная вещь. Поэтому эта выставка вызвана и еще тем, что на нем мы будем изучать свой родной язык. Есть здесь и шов, треногий столик, за которым могли сидеть только зять с двумя друзьями. А еще старые телефоны, радиоприемник, фотоаппараты. Их и сейчас можно найти у наших родителей. Многие из экспонатов уже вышедшие из домашнего обихода. Часть истории наших родных и близких, отмечает замминистра культуры региона Айна Ильясова. Детально изучив и узнав о каждом предмете выставки, она выразила благодарность ее автору. Это человек, который настолько красиво говорит о своем языке, настолько любит он все, что связано с традиционной культурой своего народа. Вот эта любовь вся выливается вот в то, что мы видим. Это уникальная, я бы сказала, выставка. Например, вот этот ткацкий станок, он не только воспроизведен, но он производит ткань. Выставка приурочена к значимой дате – 250-летию единения Ингушетии с Россией. Ее цель – показать, как через предметы быта происходило взаимовлияние, взаимопроникновение культур русского и ингушского народов. Каждый экспонат – уникальная возможность узнать больше о жизни ингушей того периода. Погрузиться в него может любой желающий. Выставка Музея краеведения продлится до конца недели. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.